Дома в городском поселке реконструируют. В Соколе три недостроя превращают в жилые здания. Началась реконструкция в январе 2021 года. В доме по улице Гагарина планируют сделать 30 квартир. Одна-, двух- и трехкомнатные. Также у них будут балконы. На данный момент ведутся подготовительные работы. К зданию подводят коммуникации и расчищают его изнутри. Кроме того, подготавливают документацию. В эти квартиры, утверждают специалисты, переселят магаданцев из аварийных домов. Дома будут предназначены для, скорее всего, переселения жителей поселков Колымы и также жителей поселка Уптар, которые проживают в аварийных либо непригодных домах. Год с небольшим срок строительства этого объекта будет. Финансирование из областного бюджета. Еще один дом по улице Королева в поселке будут достраивать. Изначально заказчиком постройки выступил аэропорт Магадан. Позже здание передали в областную собственность. Сейчас также проводят подготовительные работы. Убирают мусор, утепляют контур. По плану дом будет включать в себя 30 квартир и цокольный этаж. На первом этаже мы надеемся, что тут возможно будет открыты социальные учреждения, социальный центр и центр занятости, который сейчас у нас находится по адресу Гагарина 18 в квартирах. Но тут хорошие помещения, очень большие, для доступа маломобильных граждан очень удобные. Поэтому вот мы надеемся, что в скором времени центр поселка у нас преобразится и будет красивый жилой дом вместо вот этого недостроя. Как рассказывают специалисты, самая тяжелая ситуация с домом в районе Королева 21. Хозяина у недостроя нет, поэтому принять решение по нему быстро не получается. Однако муниципалитет начал процедуру признания объекта бесхозным. После этого недострой будет принадлежать городу, и уже тогда объект смогут достроить.